Приветствую, дорогие друзья! Стало известно, кто ведет на самом деле инстаграм-аккаунт в поддержку Анастасии Заворотнюк. Также выяснилось, что на шоу Андрея Малахова появится дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня». На днях Инстаграм восстановил страничку, созданную в поддержку Анастасии Заворотнюк, которая, по некоторым данным, борется с опухолью головного мозга. Предполагалось, что аккаунт ведут близкие звезды. Однако это не совсем так. Как утверждает телеграм-канал «Не Малахов», данную страничку ведут редакторы скандально известного ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». Согласно данным источника, сейчас ведется подготовка к передаче, посвященной Анастасии Заворотнюк. Более того, на шоу появится и Заворотнюк, но не Анастасия, а ее старшая дочь Анна. Говорят, Андрей Малахов не заплатил родне популярной актрисы ни копейки. Якобы близкие артистки придут на передачу совершенно бесплатно в благодарность шоумену за информационную поддержку. Ранее в аккаунте появилась исчерпывающая информация о реальном состоянии Анастасии Заворотнюк. В частности, было подтверждено, что артистка действительно больна. Однако были опровергнуты некоторые данные, которые преподносились общественности как факты. Она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Это были все выдумки. Напомню, что в конце августа появились первые тревожные сообщения о том, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна. Говорят, артистка борется с онкологическим заболеванием. Якобы неутешительный диагноз актрисе поставили после того, как у нее родилась дочь Мила. Yeah.